«Несение креста» – так называются целых три картины нидерландского художника Иеронима Босха. Это находится в Королевском дворце Мадрида, две другие выставлены в Генте и в Вене. Высказывались мнения, что отдельные части картины написаны учениками мастерской Босха, но в целом это его работа. Картина датирована примерно 1498 годом или позднее. Об этом свидетельствует дендрохронологический анализ. В 1574 году Филипп II, испанский правитель и страстный коллекционер работ Босха, подарил эту картину монастырю в Эскориале. В 20 веке картина была отреставрирована и оказалась в Королевском дворце Мадрида. Несмотря на высокое качество работы, ее постоянно недооценивали и как бы не замечали, ведь на ней нет никаких традиционных для Босха ужасов. Весь первый план занимает фигура Христа. Христос несет свой крест на Голгофу. Лик его спокоен. Глаза ищут взгляд зрителя, как бы призывая его столь же нетерпеливо выносить боль земных мучений. Согнувшаяся под тяжестью креста в три погибели фигура Христа, его укоряющий взгляд, обращенный к зрителям, все это должно вызывать эмоциональное сопереживание. Иисус несет традиционный Т-образный крест. На ногах его пыточные сандалии с гвоздями в подошвах, атрибут Средневековья, а не Римской империи. Такие же мы видим на одноименной картине в Вене. Престарелый Симеон Кириньянин в белых одеждах. Не исключено, что это скрытый портрет заказчика картины, донатора. Пытается приподнять крест, чтобы облегчить Христу ношу. Уродливые рожи палачей занимают весь левый край картины. Вокруг вообще множество персонажей в безвкусных одеждах. Например, кто-то в красном в центре пытается ударить Христа кнутом, а солдат перед страдальцем суровый, загадочный, олицетворяет, очевидно, представителей конкурирующих вероучений, врагов христианства, поскольку на плече у него явственно виден мусульманский полумесяц. В отдалении, пав на колени, около апостола Иоанна рыдает убитая горем Мария.